Здравствуйте! Гороскоп на 11 марта. Овен. Для вас день реализации планов. Занимайтесь своим развитием. Уделите приоритетное время своей карьере. Вас может ожидать повышение и финансовые поступления. Также сегодня вы можете познакомиться с интересными людьми, которые подарят вам положительные эмоции. Телец. Отличный день для гармонизации во всех сферах вашей жизни. Планируйте важные дела. Принимайте предложения о сотрудничестве, проявляйтесь в социуме, заявляйте о себе. Не исключены новые знакомства. Близнецы. Активный и продуктивный день для вас, близнецы. Можете смело начинать новые проекты, но проявите осторожность с новыми людьми. В личной жизни также возможны перемены и новое знакомство, если вы одиноки. Рак. День спокойный и гармоничный. Идиллия будет как в карьере, так и в личной жизни. Доверяйте своей интуиции. Решайте все свои дела постепенно. Вселенная на вашей стороне, и все задуманное скоро исполнится. Лев. Эмоциональный день для вас, львы. Сохраняйте спокойствие, не вступайте в конфликтные ситуации и споры. Вечер проведите с близкими людьми, которые подарят вам много положительных эмоций. Дева. Творческий и энергичный день. Не нужно сегодня проводить его в одиночестве. В рабочих вопросах вам поможет креативный подход. Проявляйте смело в социуме. Весы. Благоприятный и душевный день для вас, весы. Проведите этот день в домашней обстановке. Поддерживайте близких и проявляйте заботу. Есть возможность в течение дня получить приятные известия. Скорпион. Напряженный день для вас, скорпионы. Возможно, что все будет идти не так, как вы задумали. Проявите сдержанность в эмоциях. В финансах проявите осторожность. Планируйте заранее все покупки, которые будете совершать. Стрелец. Активный и энергичный день. Решайте важные глобальные вопросы. В карьере возможны изменения к лучшему. Вечер подарит вам незабываемые эмоции. Возможны сюрпризы от второй половинки. Козерог. Спокойный день для вас, козероги. Лучше полностью посвятить его себе и своему душевному состоянию. Обдумать планы и цели на будущее. Посетите спа или сходите на массаж. Восстановите свои силы. Водолей. Эмоциональный и нестабильный день. Сохраняйте спокойствие, не вступайте в конфликты, поменьше контактируйте с окружающими людьми. Проведите этот день в самопознании. Рыбы. Сегодня день, который лучше вам провести со своими близкими людьми. На работе будет все спокойно. В финансовых вопросах все покупки планируйте заранее. Крупные покупки сегодня лучше вам не совершать.